Ретривьюв. И это специально серьезный сериал. Мини-сериал. Чернобыль. Год 2019. Джаред Харрис. Стеллан Скарсгард. Эмили Уотсон. Джесси Бакли. Адам Магетис. Пол Риттер и другие прекрасные актеры. Которые просто вот... вжились в роль. Действительно. Вот у них просто на лице было написано, что русский. Это драма история. Узнай цену лжи. Этот сериал сделан специально для канала HBO. И это великолепный, качественный, проработанный сериал. В нем есть огрехи. Много чего недосказано. Это манер Америки. Они много чего не знают. Но сделано это качественно. Есть огрехи, но тем не менее. Режиссер Йохан Ренк. 26 апреля 1988 года. Химик Валерий Легасов, надежно спрятав 6 аудиокассет со своими воспоминаниями, вешается у себя в квартире. Вот это поворот. 26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты 45 секунд во время проведения эксперимента по безопасности на Чернобыльской АЭС происходит взрыв реактора и пожар. О май гад. Поднятые по тревоге пожарные без спецзащиты прибывают на место аварии, не подозревая, что оказались в эпицентре крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы. И это, ребятки, не шутки. Руководство ЧС уверяет Кремль, что ситуация под контролем. Ну, собственно, как всегда. И радиационный фонд в норме. Но по настоянию академика Легасова... его вместе с зампредседателя Совета Министерства министров Борисом Щербиной отправляют разобраться... Ага, это СМС. Разобраться в происходящем на месте. Действительно, история много хранит в себе тайн. Эти страшные годы, страшные времена... унесли с собой очень много человеческих душ, трагедий и тайн. И сериал, этот мини-сериал, это лишь какой-то определенный процент раскрывает всю долю трагизма и человеческого самопознания того, что действительно произошло, что это была трагедия мировая, что это был действительно почти конец света. Ведь... с таким еще люди не сталкивались. Это покруче, ребятки, чем какая-то пандемия. «Золотой глобус», 4 номинации, победитель, лучший мини-сериал, лучший актер второго плана и так далее. Прекрасный, прекрасный мини-сериал, очень советую посмотреть. Те, кто любит драмы исторические и хочет хоть чуть-чуточку узнать правды. Хоть и этот мини-сериал не раскрывает всю действительно правду, это манер американский, но он, черт побери, он сделан качественно, его хочется смотреть. Моя оценка 8 баллов. «Чернобыль», мини-сериал, очень советую посмотреть. Лайк, дизлайк, подписка и помогаем на развитие канала. Смотрим и пересматриваем этот сериал. Я его посмотрел сразу, как он вышел. И... адиос.